В этих стенах разрабатывают рецепты пищевых добавок и тестируют качество продукции. Экскурсию по цеху компании One Hes Rus для замглавы Химок по промышленности и инвестиционной политике Григория Артамонова проводит руководитель предприятия Олеся Долгова. Задача чиновника – услышать о проблемах компании и выяснить, чем городские власти смогут помочь. На бизнес-завтраке у главы городского округа Волошина Дмитрия Владимировича мы договорились о том, что проведем вот эту встречу, пообщаемся, узнаем, какие проблемы у организации имеются, как мы можем совместно их решить, какие меры поддержки. Как вы знаете, у нас в Подмосковье есть программа поддержки предпринимателей. В частности, пищевая компания планирует расширять производство и увеличивать ассортимент продукции. Григорий Артамонов наметил совместную работу, в рамках которой предприятие будет участвовать в конкурсе на получение субсидий для компенсации затрат на покупку оборудования. Наша компания на сегодняшний день представляет довольно серьезного игрока на российском рынке. И в наши планы входит развитие объемов, развитие ассортимента и расширение зоны влияния на рынки продаж России. Мы планируем развивать ассортимент добавок, развивать ассортиментную линейку для других направлений. Это кондитерская, хлебобулочная промышленность. Добавим, формат таких встреч регулярный. Задача властей – создать максимально комфортные условия ведения бизнеса в Химках, сделать городской округ наиболее инвестиционно привлекательным для притока предпринимателей. А это дополнительные налоговые отчисления в бюджет.